Студия, я в Севастополе, я сейчас нахожусь в эпицентре событий. Здесь бандеровцы жгут библиотеку, а в огне горит Булгаков, Достоевский, Лермонтов. Они цинично убивают наше российское достояние. Вы слышали? Вы слышали? Это бандеровцы взорвали единственную русскую школу Севастополя. Ошметки школьников, здесь стало слишком небезопасно. Студия, я должен покинуть это место. Студия? Снял? Снял. Фу, сейчас, ну все. Остались еще петарды? Да, еще две штуки есть. Идем Харьков, снимем и попивасик. Идем. Да, сопит-то что-то.